Всем привет! У меня сегодня миллион дел, поэтому поехали со мной. Короче, друзья, лечу на встречу. На встречу я лечу сейчас, первая встреча с адвокатом. Как думаете, по какому вопросу? Да, сидим, общаемся, да, тут и Макс пришел. Вот это мой адвокат. Но он просто в нерабочей одежде. А не... Встань, пожалуйста, Андрей. Я хочу, чтобы все посмотрели, какой это просто красавчик. Смотрите, какой он огромный, просто 2 метра ростом. Смотрите, какой у меня адвокат. Просто нереально красавчик. В общем, Андрей решает все вопросы юридические. И не только. Смотрите, какой у меня красивый друг. Смотрите, он какой сегодня стильный, модный. Красавчик. Мы в таком месте симпатичном. В общем, встретились с адвокатом, поговорили. Слушайте, предложила сделать, наверное, эфир, да? Так удобнее будет. Потому что у многих девчонок вопросы и по алиментам, и по другим каким-то моментам. В общем, все расскажем. Сделаем эфир. Все, мастер начинает меня мыть. Сейчас скоро уже дойдем до того, что он будет меня стричь.